С 4 по 5 марта во Дворце культуры «Спартак» проходила научная конференция «Мочекаменная болезнь. Современные достижения в лечении и основы метафилактики и камнеобразования». Одно из крупнейших мероприятий медицинского направления в Хасавюрте привлекло к участию медиков с ближайших регионов страны, таких как Чеченская республика, Кабардино-Балкария, Республика Северная Осетия, Астраханской области, а также специалистов из ведущих клиник Санкт-Петербурга и Москвы. Второй день конференции нес название «Обмен профессиональными знаниями и опыт специалистов на уровне современных достижений отечественных и зарубежных коллег». Инициатором проведения медицинской конференции является Министерство здравоохранения Республики Дагестан при поддержке администрации в лице главы города Зайнудина Акмазова. Пользуясь случаем, хотел вновь поблагодарить вас, всех участников, всех гостей нашей конференции от лица главы муниципального образования Зайнудина Датбековича. Пожелать вам успехов, плодотворной работы, а нашим гостям приятного пребывания в нашем городе. По словам главного врача Центральной городской больницы города Хасавюрт Алжанат Гаджиевой, работа конференции стала возможной благодаря поддержке муниципалитета и Министерства здравоохранения Республики Дагестан. Продолжив, что данное мероприятие направлено на привлечение внимания населения на важность профилактики мочекаменных болезней. Последний день конференции для представителей соседних республик и гостей мероприятия народными артистами Республики Дагестан и хореографическими коллективами города была подготовлена концертная программа. Заслуженным ансамблем танца «Эхо гор» был продемонстрирован номер, в котором отражалось многообразие дагестанских народов, их культура и самобытность. Подобное мероприятие на территории Хасавюрта проводится впервые. Это значит, что медицина города делает уверенные шаги к развитию. Охрана здоровья граждан является одной из приоритетных задач как для представителей медицины, так и руководства города. В рамках научной сессии были зачитаны доклады врачей-урологов, затрагивающие самые различные направления, как диагностика, профилактика и лечение данного заболевания. Специалистам клиники МЧС России был показан видеоматериал, наглядно демонстрирующий операционный момент удаления камней из мочевого пузыря. Также в фойе Дворца культуры были выставлены медицинские инструменты, буклеты и прочие материалы. По словам специалистов из ведущих клиник России, главной целью проведения научной конференции является популяризация методов ранней диагностики мочекаменной болезни. Пурлия Цамбиева, Саман Гакаев, информационная программа «Пульс».